Привет, други мои! Давайте опять утку сделаем. Сделаем, знаете как? Я в рукаве никогда не делал. В рукаве для запекания. Давайте попробуем. Собственно говоря, вот утка, она моя, она готовая. Пареная. Я гуску удалил в нее. Я буду ее делать инъекции апельсиново-мандариновым соком. И сделаем маринад. Он будет состоять у меня вот сейчас мед, немножко чеснока, тут смесь перцев, растительное масло, соевый соус, горчица. Все. Давайте приступим. Давайте пока сделаем маринадик. Мед. Чесночелло. Немножко маслица, соя, бодрую щепотку смеси перцев, обычной горчицы, такую ложку хорошую, щепотку соли. Все. Размешаем и попробуем, что получилось. Отлично. Давайте начнем. Выжимать апельсинчики и мандаринчики. Ну, наверное, парочку мандаринчиков сделаем. Один апельсин. Да, парочку мандаринов. Ну, приступим к инъекциям. Будем прививаться от ковида. Грудку и подальше. Тыкаем, надавливаем и потихонечку так вот вытаскиваем. Чтобы не в одном месте собиралось. По всей длине иглы. Ну, продолжаем. Ну, ножки тоже воткнем. А как же? Сюда переложу. И немножко осталось апельсинового мандаринового сока. Я вот сюда вылил. Прям чуть-чуть совсем. И буду натирать утку. Значит, она у меня несколько часов провела в солено-сладкой холодной воде, и шкурку я зубочисткой протыкал. Туда внутрь можно залить. Теперь ее будем утрамбовывать в руках. Здесь у меня есть зажимы для рукава. Посмотрим, сколько они будут действовать. Так, и вот так немножко закручу. Ну, наверное, вот так хватит. И я где-нибудь ее на сутки, ну, на ночь чем-нибудь оставлю в холодном месте, пусть маринуется. Да, ребят, почти сутки мариновалось. Я зубочисткой проткну, чтобы пар оттуда выходил. Значит, духовку у меня сейчас 160 ставлю на час, потом подымаю где-то до там 180-200 до готовности. Ну, наверное, еще, может быть, с часок будет. На 160 сейчас 20 подержал, и час где-то на почти там 200 был. Смотрите, сколько там жира это самое. Сейчас я это все дело солью. Ой.
Попробуем. В рукаве я еще не делал. Она, кстати, очень сочная в рукаве. Ой, обалденно. Ладно, други мои. С Рождеством вас я. Здоровья, счастья. Чтобы все у вас исполнилось. Чтобы вы были всегда довольны. Не забывайте, забегайте, подписывайтесь. До встречи.